Ребята, всем привет, с вами Мангус, продолжаем с вами играть в игру под названием Дредж. Я немножко там пофармил рыбки, продал ее, у нас получается теперь денег, ну, 1300, вроде этого немножко хватит, остальное, если что, с вами дозаработаем, добьем. Дерево я также насобирал, у нас, получается, не хватает только очищенного металла. Ну, я не знаю, мы сейчас, я собираюсь поплыть в Звездную бухту уже. Тут будем с вами все исследовать, посмотрим, что у нас тут. Тут мы с вами все острова поисследовали, и эти, мы, кажется, хотя вот эти острова мы с вами не исследовали, да? Да, мы с вами исследовали вот эти, а вот эти вот нет, острова не исследовали в прошлой серии. Хотя хотел все. Тут мы с вами все поисследовали. Там алтарь с вами открыли. Эти тоже мы острова поисследовали. Тут у нас находится чудик в золотом капюшоне уже, да? Тут у нас в черном, тут в золотом. Фотографа мы нашли. Этот остров мы пока что еще не видели. Ну, вот это все потом поисследуем. Тогда быстренько сейчас сгоняем. Обследуем вот эти острова. Посмотрим, что на них. И отправимся с вами в Звездную бухту. Так, время у нас 9:44. Думаю, должны успеть. Если что, мы с вами в штормовые скалы заскочим. И все у нас будет отлично. Так, правильно мы с вами плывем? Ну, почти что правильно. Нам, короче, вот эти острова надо будет обогнуть и поплыть, посмотреть те острова. Может, также что-нибудь интересное найдем. Может, кого-то там надо будет спасти. Так, этот у нас ждет змеевидную нашу скумбрию, которую мы еще не нашли. Я даже не знаю, где ее искать. Это у нас кто там плавает? Касаточки наши плавают, да? А ну-ка. Камера. И давайте приблизим и фоткаем. А, снимок есть. Все, готово. Можете дальше плавать. Так, подключаем форсаж и погнали. Так, этот остров мы с вами, кажется, оплывали, да? Тут ничего интересного нету. Давайте вот этот маленький сразу посмотрим остров. Скорость у нас приличная, так что мы быстренько сейчас все острова проверим. Это что было такое за звук непонятный? Интересно. Так, ладно, тут ничего, да? Так, тут вот какие-то обломки. А, тут мы с вами были. Тут краб у нас, да? Вон он у нас там глазами таращится, да? Да. Тут мы с вами, значит, были. Тут мы с вами уже все собирали. Зря только сюда приплыли, да? Получается. Так, ну тут вроде больше ничего нету. У нас уже темнеет. Ну, мы сейчас в штормовых скалах переночуем и рванем в следующую локацию. Да, короче, мы тут все с вами исследовали еще в прошлый раз. Когда были, ничего тут нету. Все. Плывем сюда в штормовые скалы. Тут вроде скал не было, насколько я помню. И насчет этой ловушки, которую мы с вами нашли. Где она у меня? Вот она в трюме находится. Это у нас она типа вот такой ловушки крабовой. Только тут 1-2 в день может ловить. Это до 3 в день может ловить. Срок службы у нее 11 дней и вместимо 6 на 6.
Короче, в два раза больше, чем у нас вот эти две ловушки. Поэтому я, наверное, вот эту сейчас продам. Они мне не нужны. Так. Да, только надо вот тут тебе продать, да? Правильно? Правильно. Плюс у меня еще рыба тут есть. Давай тоже тебе ее продадим. Груз. Вот это мы тебе также продаем. Возвращаем наши деньги. Будем пользоваться нашей вот этой одной ловушкой. Все, отлично. Хорошая ловушка на крабов. Думаю, одной вполне хватит. Так, все, тогда отдыхаем. Хотя, у тебя есть что-нибудь там интересненькое купить? Да, вот есть у тебя вот такая штучка. Надо у тебя ее приобрести. И ложимся спать. Сплав пока что вот этот металл я не стал покупать. Думаю, может, мы найдем с вами это все в Звездной бухте. Так, нам надо плыть, наверное, я так понимаю, судя по карте. Да, правильно, мы с вами плывем. Там прямо, короче. Да, вон уже виднеются у нас Звездные врата, острова. Вот эту вот я хотел поймать. Смогу я ее поймать, нет? Да, прибрежная. Может, какой-нибудь... Да, во. Клювача поймаем. Мутирующую. Они просто, вот эти мутанты, в два раза больше стоят, чем обычная рыба. Так, ну и нам надо... Ох, какой красавец. Вы посмотрите, какой кит был. Зараза, уплыл. А, нет, вот он плывет. Да? Вроде как на горбатого кита похож. Блин, классно. Так, по карте смотрим, где мы. А, нам вот туда. Тут эти острова мы с вами уже все исследовали, да? Насколько я помню. Да, вот эту палатку мы тут тоже были. Мы тут, кажется, чемодан, что ли, нашли. Или что-то такое. Да, вон корабль этот разрушившийся. Тут мы с вами вот эту лабораторию какую-то нашли. И тут у нас вот уже что-то есть на острове. Давайте это проверять. На берегу разбросано несколько ящиков. Заглянуть вовнутрь. О, мы с вами, кстати, еще одну карту нашли. Давайте забираем. Материальчик. Досточки. Ну и серьги куда-нибудь засунем. Так, хорошо. Карту нашли, это здорово. Так, у нас тут еще один остров какой-то. Тут можем что-нибудь с вами даже половить. Так, ловить рыбку. Ловить большая и маленькая. Так, барракуду с вами поймали. Ух ты, черт, как она длинная эта. Ладно, барракуда так барракуда. Нам все равно деньги нужны. О, еще барракуду гармошку какую-то словили. Ну и отлично. Еще одну сможем, да, запихнуть. Так, а больше и некуда, да? Не, могу еще одну вот сюда поставить. Еще одну могу поймать. Может, тут рыба подороже, чем у нас в солях была. Все, рыбы нету. Короче, нам надо куда-то плыть, потом эти острова пообследуем. Да, давайте поплыли до базы, там можно будет переночевать. Потом надо будет тут светлячковый кальмар поймали. Ага, отлично. А тут что у нас? О, вот это мне нужно. По-любому. Это по-любому нам нужно.
чтобы меньше их покупать, да? Так, ну и давайте причалим. Тут медузы какие-то красные плавают. Интересно их ловить. Что будет, если к ним подплыть? Испытывать, правда, неохота. Но... Что-нибудь как-нибудь попробуем, да? Так, тут можем что-то еще, какую-то рыбеху. А, тут уже глубинные нужны. Хорошо. Там у нас какой-то порт. А тут у нас что? Так, а там внутри какие-то щупальца. Типа кракен, что ли, там какой-то здоровый осьминог. Нет, туда я не поплыву. 100% не поплыву туда. Не хочу я испытывать судьбу. Так, тут что у нас за рыба? А, такая же барракуда, да? Барракуда нам уже пихать некуда. А тут что? Тут тоже какая-то здоровая. Ладно, нам надо освободить инвентарь. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Тут что-то вытащить. О, еще компонент нашли. Ну, блин, зря мы, наверное, отсюда уплыли. Надо было сразу тут нам все искать, да? Так, там у нас типа тряпки, там доски, там что-то еще, да? А, вон там еще что-то есть. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, вот еще что-то блестит. Камень. А, опять камень вот этот. Ну, положить руку на камень. Холодный камень не отвечает на ваше прикосновение. Да и пошел ты в жопу, блин. Не отвечает он. Так, а тут можно взорвать динамитом, да? Используй взрывчатку. У нас как раз таки лежит взрывчаточка. Давайте. Шандарахнем. Так, и можем будет там, да? Дождь пошел, молния сверкает. А там можно и не взрывать. Вот тут что-то мы нашли. А это то, что нам, ребята, нужно. Это просто то, что нам надо. Мы с вами просто сэкономили 500 баксов. Есть. Так, а положу я тебя вот сюда, а тебя сюда. Все, у нас полный инвентарь. Просто полный... инвентарь. От зараза. Теперь надо куда-то нам плыть. Так, этот остров мы полностью оплыли, да? Надо будет потом этот остров еще поплавать, посмотреть. Короче, где-то точка должна быть. Стопудово тут должен быть где-нибудь рыбак. А, вот он. Вот это вот тоже, наверное. Да? Да. То, что нужно. И на карте у нас получается, тут мы точки были, да, где причалить могли. И вот тут еще надо будет сплавать, посмотреть. Угу. Все, отлично. Так, во-первых, давай нас чини. На 101 доллар надо починить. Потом тебе надо продать всю рыбу, пока она у нас там не протухла. Так, 12. Вот это 60, уже более-менее. А тут мы что с вами наловили? Таких клювачей, светлячковых кальмаров. Угу. Понятно. Так, где груз? Короче, продаем всю рыбу. Есть. Это в трюм. Это в трюм, в трюм. Карту пока в трюм. Это мы оставляем. Это в трюм, в трюм. Это в трюм. Это пока что оставляем. Так, плавучий док. Закидываем сюда, значит, мы наш металл. Есть. И нам надо немножко подфармить денег, да? Еще. И мы с вами улучшим наш кораблик.
Ну и здорово. А что у тебя там еще продается интересного? А, ты тоже можешь компоненты продавать, да? Это хорошо. Это хорошо. Так, время 15:39. Можно, короче, во-первых... Ой, не так сделал. Давайте по новой подплывем к ней. Так, опять что-то там поймали с вами на сеть. Я ж хотел вот эту ловушку достать. Рыбный рынок. Трюм. Ловушку достаем. А что мы там поймали? Она, забирай ее. Да, и мы ее сейчас с вами где-нибудь тут и кинем, да? Половим новую эту нашу. Наших крабиков. Посмотрим, кто тут у нас есть. Так, не, нам вот это вот нужно. Так, много. Вот тут много крабов. Ну и, значит, быть тебе здесь. Отлично. Отлично. Как она у нас выглядит? О, какая здоровая. Просто здоровенная ловушка, да? И она там поглощает все, нафиг написано. Так, ну и время есть. Давайте, наверное, оплывем вот этот еще остров. Ну и половим тут какую-нибудь рыбку еще. Хотя рыбку желательно ловить с утра уже, да? Ну ладно, мы по одной хотя бы. Может, что-нибудь новенькое попадется. Да, надо остров оплыть. Так, тут еще какие-то символы. Ну. Ай, зараза, еще один гадина. Там в корабле, тут в камнях какой-то краб. Тут что мы можем поймать? Ловить рыбу. Угу. Это мы ловим с вами этих кальмаров, короче, каких-то светящегося выловили. Ну, нам надо сейчас половить немножко рыбу. Нам нужны деньги, чтобы получить наш корабль. Так. Что-то мне там не нравится. Короче, надо валить сейчас будет. Звуки мне не нравятся. Ночь у нас уже 11, да? Давайте, короче, возвращаемся к этой нашей. Где она тут была? Вот она. Да, там уже глаз у нас. Кукушка едет, короче. Так, давай. Дорого не стоит, нет? 154 бакса. О, и все, и есть у нас. Отлично, у нас просто здорово. Так, где наш плавучий док? И мы покупаем с вами новый корпус. Все. Короче, мы корабль прокачали полностью, да? Ну, можно сказать, что полностью. Осталось у нас повкладывать вот сюда. Все, вот это вот. Дело. Ну, во-первых, наверное, думаю, в ячейки ударимся, да? Сначала в ячейке. Так, трюм, что у меня там есть? У меня есть одна досочка. Есть немного материала. Вот так вот. Да, тут ресурсов, конечно, надо будет много. Металлолом. Хорошо. Это мы закидываем туда. Все, это все пораскидали. Где мой трюм? Мой трюм. Это мы перекладываем сюда. Тут мы нашли с вами какую-то карту. Наверное, она как-то вот так должна быть, да? Давайте ее сюда поставим. Это... А это вот так вот. Вроде да. Вроде как-то так должно быть. Надо будет еще кусок карты найти. Ладно, тогда отдыхаем пока что.
есть. Ну и отправляемся дальше исследовать наши звездные врата, наши острова. Так, то понятно, мелкая рыба, к этому чудику мы не подплываем, уже понятно все с вами. Отплываем вот этот остров сразу. Смотрим, кстати, надо посмотреть по карте, тут, ну, да, тут островов нету, кроме вот тут вот, но это если мы поплывем вот сюда, в лохматую косу, то тогда можно будет исследовать и вот эти острова. Эти все мы поисследовали, кроме вот этого. Кстати, к нему можно будет сейчас также сразу и сплавы, да? Так. Тут вроде пока что никого. Это то, что мы тут сможем взорвать. Кровавый луциан какой-то попался нам. Кто-то гавкает. Так, что это такое? Короче, тут разрушена деревня, да? И одна вон собака там что-то гавкает. Давайте посмотрим. На мелководье прыгает тощая каштановая собака. Время от времени она бросается на воду, пытаясь ухватить зубами серебристых ребешек. Пока безуспешно высадиться на берег. Вы спрыгиваете с кораблика в воду, которая доходит вам до середины бедра. Собака перестает гоняться за рыбой и обращает внимание на вас. Так, погладить собаку, медленно прилить, подозвать, бросить собаку рыбу. Ну, давай рыбу и бросим. Вы бросаете в воду рядом собака какие-то остатки рыбы. Она набрасывается на них и заглатывает морскую воду. Блин, собака, бедная собака, гляньте, как-то худая. Изголодалась, да? Ну, так, что мы дальше будем делать, да? Так, рыбу мы кинули. Давайте попробуем подозвать. Собака в ответ чуть виляет хвостом, но не двигается с места. Ну, давай попробуем медленно приблизиться. Вы подходите к берегу, когда вы приближаетесь, собака немного отбегает и садится. Угу. Отбежала, села. Давай еще и рыбу кинем. Вы бросаете на берег рядом с собакой какие-то остатки рыбы. Она набрасывается на них и набирает полную пасть песка. Давай медленно приблизимся. При вашем приближении собака испуганно убегает, прячется в кустах, а спустя пару секунд появляется вновь. Давай позовем. Негромким голосом вы ласково позываете собаку. Она осторожно приближается и замирает невдалеке от вас. Протянуть рыбу ей. Вы протягиваете на ладони остатки рыбы. Собака осторожно приближается и вскоре начинает их облизывать. Погладить собаку. Вы протягиваете руку и осторожно гладите собаку. Ее глаза неотрывно следят за вашей рукой, и кажется, она понимает, что вас можно не бояться. Давай еще раз погладим. Вы снова гладите собаку, похоже, ей это нравится. Ага. Короче, ее можно гладить до бесконечности. А забрать ее как? Мы можем ее как-то забрать? Уйти. Вы направляетесь к кораблю вброд и слышите позади шлепание лап по воде. Вы останавливаетесь и оборачиваетесь. Собака стоит в нескольких шагах позади вас. Она вопросительно наклоняет голову. Прогнать ее. Взять с собой ее, конечно же. Че мы, звери что ли какие-то? Вы продолжаете путь на этот раз вместе с собакой. Она так сильно виляет хвостом, что вода за ней вспенивается. Добравшись до корабля, вы поворачиваетесь, чтобы поднять собаку на борт. Давай, забираем нашу собачку. Вот сюда как раз тебе местечко нашли. Вы поднимаете собаку на палубу, какое-то время она бродит вокруг, а затем сворачивается калачиком и смотрит на нас, на вас. Возможно, вы могли бы найти ее более постоянный дом. Но мы постараемся, конечно, найти. Да, это, конечно, жестоко, да, бросить собаку тут на произвол судьбы. Среди пальм, песков, блин. А хотя, черт его знает, может, просто кто-то тут кого-то людей погубил, да? Неизвестно. Так, я хотел сплавать. Вот на этот остров, кажется, да? Да, вот этот остров мы с вами еще не исследовали. Поэтому... А, подождите. Форсаж же надо подрубить. Поэтому плывем сюда. Надо сразу его тоже
оплыть, посмотреть, чтоб если что, потом вопросов у нас не было. Мы везде все понаходили. Так, это что у нас тут? Это у нас драгоценности. Кстати, драгоценности я в соли сдал. Там вышло на 400 баксов. Короче, 402 или 403, что-то такое. Так, дублоны какие-то нашли. Понятно. Лучше бы не доставали. Так, и тут еще какой-то алтарь. Над волнами возвышается скала. На ее поверхности высечены 4 крупные грозные рыбы. А через ее основание проходят 4 большие расщелины. Блин, а что за рыба-то вот такая? Чего вот это у нас за рыба? Может, это вот этот лосось? Ну-ка, ну-ка. Где у нас каюта? Энциклопедия. Так, ну, Луциана, понятно. Так, штормовые скалы, да? Давайте смотреть, что у нас там за рыба. Есть такая вот квадратная. Вот, чернородый лосось. Может, это его надо туда запихнуть? Так, он вот такой вот, да? У нас получается. А тут... А тут у нас... Ну да, чем-то похож. 4 крупные грозные рыбы. Хотя вот сюда мы ее впихнуть не сможем, этого лосося. Нам сюда не хватит. Нам надо что-то какие-то непонятные. Понятно, короче, рыба. Ладно, она будет поискать, что за рыба такая у нас. Если что, тоже сюда ее позасовывать. Хорошо, нашли мы тут алтарь. Так, ну и этот остров мы тоже с вами исследовали, да? Нам, короче, надо рыбку половить. Ну и желательно, нам еще нужны вот эти материалы дальше, чтобы прокачивать корабль. Наш. Так, досочки пока что сюда складываем. Сколько у нас места стало? О, компоненты нашли, это хорошо. Компоненты нам нужны. И надо будет сплавать там еще на следующую точку, да? Следующий остров нам поисследовать. Тихо, тихо, хорошо, мы об домик не получили урон. Тут у нас что, еще доски. Доски забираем сразу. И собаку надо будет пристроить. Ну, сейчас попробуем ее этой торговке предложить. Может, она заберет собаку? Так, досок нормально уже подфармили. Есть тут что-нибудь еще? Так, а это что такое? Так, а это тряпки. Тряпки нам тоже нужны. Хорошо, сюда. Я не знаю, может, сейчас еще начну рыбу какую-нибудь половим. Вроде места у нас полно теперь. Можно и запчасти доставать, и рыбу ловить. В общем, не отвлекаться. Так, давай вот сюда тебя положим. Взрывчатку куда-нибудь. Да, вот тут пока пускай лежит. Ладно. Так уж и быть. Хотя мы вот это вот положим вот сюда. Это развернем сюда, а это вот сюда. Взрывчатку. Может, еще где-нибудь пригодится. Отплываем.
тут вроде... А, ну этот камень. А ночью, если к нему подплыть? Вот время 3 часа ночи. Что-нибудь изменится? Положить руку на камень. Не отвечает. Ну и... Пошел ты, короче. Долбанный камень. Больше я к вам вообще подплывать не буду. Не знаю, что с вами делать. Так, тут щупальца этого кракена, да? Так, медузам подплывать не будем. А что-то тут ночной рыбы-то и нету, да? Где тут ловить кого? А, вот тут что-то есть. Давайте попробуем тут что-то поймать. О, осьминожки. Так. Светящийся осьминог. Хорошо. Осьминог медуза какой-то. Еще одного. Одну медузу поймали. Ага, тут все, больше никого нету, да? И уже у нас утро. А у нас уже глаз начинает дергаться. Так, а это что у нас за рыба тут такая интересная? Красноперый группер. Ну вот сюда мы тебя можем запихнуть, да? Ну и больше у нас тут ничего не поместится. Ладно. А тут что? А, тут барракуда. Кстати, одну барракуду можем вытащить. О, бешеная барракуда какая-то. Обалдеть. Ладно. Сейчас мы это все продадим. Так, давай. Продаем тебе всю рыбу. О, на 419 баксов. Сколько же она стоит? 80 баксов, да? Это 40... Осьминоги по 80, блин, 90, 40. Да, тут, короче, удобнее нам все ловить. Так, это туда. Это мы сейчас все пораспихаем. Так, ячейки нам, да, надо сначала. Для начала сюда материал. Вот так вот. Один материал вот сюда. Так, сюда досточки надо еще позапихивать. Тут металлолом, да? Там это. Там это. Там это. Да, все правильно. Тряпки вместо металлолома неправильно запихнул. Так, ну все, тут остался металлолом. Дальше, дальше, дальше. Движок можно, да, нам прокачать. Будет также. Сюда. Ой, сколько много металлолома надо везде. Тряпки нужны где-нибудь? Да, нет. А вот сюда как раз таки две тряпки нам и нужны. Все. Нам, короче, куча досок надо. И куча металлолома. Понятно. Такс, такс, такс. Чё я хотел? А, собака тебе не нужна? Привет еще раз. Поболтать зашел. Как тебе звездная бухта? Ты постоянно на корабле. Тебе в море каких-то не попадалось? Ничего там. Странности? Да постоянно. Но я стараюсь на них не зациклиться. А то так и с ума сойти можно. Ха. Но может быть, если ты видишь странности, ты просто не с той стороны на них смотришь. Может, не такие уж они и странные. А может, и правда странные и очень опасные в придачу. Лучше не рисковать. Короче, лучше бы я тебе не задавал вопросы. Ладно, все, мне пора. В принципе, какой вопрос, такой ответ. Так, нам надо чуть-чуть дремануть. Хотя бы чуть-чуть, чтобы у нас глаз пропал. Мой трюм. Мы вроде все пораскидали, да? Кроме собаки нашей. Так, это тоже, кстати, в трюм надо закинуть. Так, уже 5. Отлично. Ну и все. Отправляемся. И поплывем с вами. Так, смотрим.
Этот остров мы исследовали. Вот этот надо исследовать. Вот этот и вот этот, да? Как раз таки вот этот сейчас исследуем остров. Поплывем там, посмотрим. Ну, а потом этот уже исследуем. Да, все, погнали. Ну, давайте сразу, наверное, снаружи поплывем, потом уже вовнутрь заплывем. Так, тут что у нас? Угу. Так, тут доски, кстати, забираем сразу. Досок там тоже очень много надо. Досок и металла. Как уже корабль наш добить до конца. Давай вот так тебя что ли положим. А, я ж хотел еще удочку переставить. Она как-то стоит у нас по-китайски. Не по-человечески, короче. Так, так. Да, досочку. Все, запасы исчерпаны. Так, вот тут мы что-то еще нашли. Волны плещутся, вынесенные на пляж обломки. Посередине этой груды лежит деревянный сундук. Заглянуть вовнутрь. А вот мы с вами и нашли еще один кусок карты. Забираем. Дублоны забираем. Эту штуку забираем. Отлично. Что тут еще интересного есть? Хорошенького. Это что у нас тут ловится такое? Ловит рыбу. Давайте. Такую мы, кажется... А, ловили такую, нафиг ее. Она вообще копейки стоит. Так, ну с той стороны потом оплывем остров. Это тоже потом оплывем, да, остров? Так, кстати, бутылка тут валяется. Забираем. А что у меня с сетью? С тралом. Надо его опустить. Все. А то он у нас не ловится. Так, а тут что? А, тут глубинные. Глубины, да? Ну и время уже поздно. Давайте плывем вот сюда. Посмотрим, что тут у нас на этом острове творится. Так, ученая у нас какая-то тут есть, да? Угу. Давайте. Здравствуйте, я не ожидал гостей. Вы кто? Я рыбак, я турист, я никто. Турист, блин. Рыбак я. А, да, я так и подумала по вашему виду. Но рыбак здесь? Как странно. Блин, страннее, что ты тут находишься. Черт знает где, на каком-то острове, ученая. Что ж, как бы то ни было, приятно познакомиться. Я вот уже несколько месяцев не встречала ни одной живой души. Принцесса, вы бы мне очень помогли, если найдете время. С чем нужно помочь? Мне надо собрать образцы некоторых видов для изучения. Изначально меня отправили на исследовательскую базу внутри бухты, но затем на нее напали. Одно громадное существо поднялось в глубины и практически уничтожило базу, после чего залегло посреди бухты. Ага, так, короче, вот этот кракен напал на базу, на которую мы самое в начале приплыли, да, когда сюда. Вот это там лаборатория, что-то там еще какое-то здание. Понятно. Я сбежала сюда и пытаюсь обходиться тем, что есть, но большую часть оборудования мне пришлось бросить, и исследование застопорилось. Вот список видов, образцы которых мне нужны. Прямо оставляйте их здесь. Возможно, вам потребуется поэкспериментировать с разными способами рыбалки, чтобы поймать всех. Угу. Так, ну этого мы ловили. Он ночью ловится, кстати. Мелководный. Это у нас прибрежный ушастая аурелия. Только, короче, на сеть, да? А у нас сеть. На сеть подходит как раз таки для нее. Отлично. А это можно и сетью, и на крючок. А, мы их ловили, кстати. И, кстати, ловили прямо возле торговца рыбой, да? И этого где-то там мы ловили. Так это вообще легко. А это надо будет просто поплавать ночью и его выловить, да? Скорее всего, это ночью медуза плавает. Ушастая. Кто? Аурелия какая-то. Ладно, что-нибудь еще? О, этому псу нужен дом. Возьмешь?
Псу? Да вы что? Показывайте. Собака подбегает к ученой, и та с улыбкой присаживается погладить. Пес в ответ облизывает ей подбородок. Я с удовольствием его заберу. Мне самой будет приятно, что кто-то есть рядом. Вы точно не возражаете? Да, это теперь ваша собака. Да, спасибо. Мы станем лучшими друзьями. Она может быть моим помощником. Внезапно собака резко поднимается и начинает кашлять и содрогаться. Через несколько секунд выкашливает на палубу корм мокрой слизи. В слизи что-то блестит. Как интересно. Думаю, это ваше, если вам нужно. Так, короче, сапфирового колечка, да, еще нашли. Хорошо. Остальное я уберу, не переживайте. Ну, мы не сильно это и не переживали. Все равно побирать не стали. Так, понятно, ученая. Что там по поводу тех образцов, которые тебе нужны? Вот список видов. Так, понятно. Расскажи о себе, что зачастую на тебя напало. Ты не замечал ничего необычного с приезда сюда. Раз уж вы об этом заговорили, я настолько закрутилась нападением и обустройством тут, что почти забыла. Я нашла эти письма от моей сестры. Она мне писала, когда я училась. Пока она не на мгновение ученого умолкает, уводит взгляд в сторону. Словом, я постоянно нахожу их среди своих бумаг. Даже не помню, чтобы я их брала с собой, но, видимо, взяла какой-то момент. А теперь они попадаются чаще. То в сетях для сбора образцов какие-нибудь найду, то в пробирках. Некоторые письма я никогда раньше не видела, но они написаны почерком сестры, и в подписи стоит ее имя. А в них говорилось о том, что происходило после ее смерти. Я не могу этого объяснить. Что-нибудь еще? Да нет, пока что ничего. Так, и кстати, мы можем половить сейчас такие вот этих рыбешек, да? Как раз таки кальмаров там всяких. Надо их только поискать. Тут у нас кто? Во! Вот. Как раз таки вот этого мы и поймаем. Так, светящийся кальмар. Ну, ей надо обычного, да? Так, обычный есть. Теперь надо нам найти еще... Ой, чуть в берег не врезались. Вот, и ушастую Аурелию мы как раз таки с вами выловили. Это у нас кто тут? Это тоже эти кальмары. И мне надо теперь осьминогов найти. А я могу это, как в подзорную трубу посмотреть? Где-нибудь... У нас там, кстати, металл есть. Светлячковый кальмар нет. Глубинный нет. Мне бы этих поискать. Так. Это мы, кажется, проплывали с вами кальмаров, да? Да. Нет, кальмар мне не надо. Туда близко лучше не подплывать. Лампа еще у нас, конечно, помощнее стоит, но не очень-то сильно и видно. Так, кстати, вот тут что-то у нас еще, да? Обломки корабля какого-то. Тихо. Лампочка, не надо падать. Гаснуть. Так, на всякий случай форсаж включим. Там вот у нас свечения еще всякие имеются. Может, тут где-нибудь что-нибудь поймать сможем. Вот тут, например. Тут что у нас? Во! Вот он, нашли. Так, ну вот такую хочу. Зараза, наверное, не того поймал, да? Не, ну поймал того. Но... А, не, все. Необычную поймал, да? Угу. Ну и теперь обычного надо поймать еще. Во, готово. Ну и все. Можно теперь...
А, вот мы к станции с вами приплыли. Можно тут, короче, переночевать. До утра. Вернуться к ней, отдать ей всю эту рыбу. Давайте отчаливаем. Заодно как раз таки можно проплыть. Получается, да, вот этот остров еще посмотреть. Может, тут что-нибудь найдем. Ну, изнутри, я так понял, навряд ли где-то что-то найдем. А вот снаружи, может, что-нибудь и увидим. Интересненького. Так. Вроде ничего нету, да? Только вот с той стороны что-то еще. Ну-ка сразу посмотрю. Что вот это за камень? Тут монстр какой-нибудь не вылезет. А, опять вот этот. Положить руку на камень. Не отвечает нифига. Понятно. Трубы какие-то. Там у нас этот чудище морское, да? Так, вот она у нас тут. И доски можно будет пособирать. Ладно, ресурсами сейчас попозже чуть-чуть займемся. А может уже и в следующей серии. Сейчас посмотрим, выполним тут, что она нам даст. Так, ученая, на тебе, короче, привезли мы тебе то, что ты там просила. Так, во-первых, вот этого на забирай. Потом вот этого забирай. И вот тут в сеть нам попалась твоя ушастая Аурелия. Как раз таки. Спасибо, что ж, это все образцы нужных мне видов, обитающих у поверхности. Но боюсь, мне также потребуется несколько образцов из более глубоких областей. Но это проблематично. Почему проблематично? Я разработал устройство для взятия образцов из глубинной зоны, пока была на исследовательской базе, до нападения. У меня есть идея, как можно отпугнуть существо на какое-то время, чтобы успеть собрать образцы. Но пока я буду над этим работать, принесите, пожалуйста, несколько деталей прототипа. Будьте осторожны, советую вам идти днем. Лично меня ночью на риф ничем не заманишь. Что-нибудь еще? Да нет, ничего. Короче, нам надо на лабораторию ее сплавать, да? Хорошо. Ну, сначала, наверное, мы сплаваем. Так, а это кто такая? А, океанский, да? Какая-то акула там, наверное, плавает. Это кто у нас? А, это эти луцианы. А это что за рыба? Блин, мне ее складывать некуда будет. Да? Барракуду. Барракуда, барракуда. Так, вот сюда мы тебя запихнем. Так, еще одна барракудка. Давай мы тебя поставим вот сюда. Так, одну, наверное, еще сможем запихнуть. Деньги нам, короче, не помешают. Так, одну сюда. Как раз таки. А одну вот сюда. Ну и все. А, еще одну можем поймать, да? Давайте еще одну. Ну все, теперь точно места не хватит. Ну и нам надо к нашей рыбачке отправиться, да? А тут у нас доски. А это что? Ну, драгоценность достанем. Я думал, может, компонент. Да, что такое? Нет, это кольцо, короче, нашли еще одно. Сапфировое.
Так, вот наши тут осьминоги обратно плавают. А, и, кстати, надо будет эту проверить, еще ловушку. Посмотреть, что у нее поймалось. Так, ну, во-первых, продаем тебе рыбу всю. Забирай на 380 долларов. Да, тут нормально деньги поднимать. Прям классно. Так, это туда убираем. Так, переносим сюда. Карта. Сейчас мы посмотрим. Так, карта. Вот так вот мы тебя вставляем. Короче, это остров такой, да, типа как это, кость, не кость, поймешь. Ну, такая вот фигнюшка. И тут вроде как должно быть сокровище. Угу. А будет на карте посмотреть. Так, с этим понятно. И плавучий док мы, короче, закидываем. А тут металл нужен. На двигателе. Еще одна доска. Да, нам очень много надо будет металла. Так, крючки. Давайте на крючки закинем. Осталась одна доска, да? А, 4 доски и основной металл. Понятно. Ну а по карте, ну, судя, это вот этот вот и есть, да, остров. Это значит, получается у нас трюм. Да, вот он остров. И вот тут вот где-то находится, да? Ну-ка. Да, где-то вот тут вот. Что-то должно быть. Ладно, ложимся спать. Утро вечера мудренее. Нам надо будет сплавать в лабораторию, посмотреть вот этот клад. Ну и продолжим это все, ребята, мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Не забываем подписываться на канал. Ну а с вами был Мангус. Всем пока-пока.